Программу поддерживает Best Credit EU. BestCredit.ee – parimad rahalahendused personaalselt sinu ärile. BestCredit.ee – ärilaenud. Здравствуйте, дорогие телезрители! Телеканал Арсен. Народ должен знать в очередном эфире. Я Август Кар, моя соведущая Юлия Ваганова. Как обычно, сегодня в студии ответим на наболевшие вопросы, на поступившие вопросы. Или на вопросы те, которые поступили нам на передачу, правильно будет сказать. Потом постараемся ответить на то, что не ответили. И не обессудьте, как говорится, если не успеем, ответить на все вопросы, которые к нам поступили. Один из старых вопросов, ну как старых, с прошлой передачи, так сказать, у нас остался неотвеченным. В 2013 году наша КТ арендовала землю у гаражного кооператива на 30 лет. На общем собрании квартира собственников было предложено всем, кто хочет приобрести в субаренду парковочное место на 30 лет и сдать первые взносы. Согласилось 13 квартир. Парковка построена, квартира собственников заплатили около 900 евро за место. Часть денег КТ получила от управы города. По программе «Приведем дворы в порядок». Ну вот, КТ, как говорится, обогатилась с двух сторон. С каждым субарендатором был заключен договор на право пользования парковочным местом со своим номером на 30 лет. Летом один из жильцов продал квартиру и передал право пользования парковочным местом новому жильцу. Ну, все правильно. Логично. Новый жилец, не имея авто, разрешил своему товарищу с другого дома ставить его машина, его место. Ну, в принципе, почему нет, если так взять. Мое парковочное место, у меня есть договор на это парковочное место. Я им не пользуюсь. Почему бы кому-нибудь его не сдать в аренду? Тем более в бесплатную. Точно. Спустя некоторое время председатель единолично решила, что на парковке надо поменять знаки, что было право эвакуировать чужие машины. Ну, чужие машины и можно эвакуировать, конечно, вопросов нету. Затем послала нескольким субарендаторам извещение о нарушении пользования парковкой с указанием причины, что если ей станет известно, что субарендатор сдает в аренду место на парковке, то она в одностороннем порядке расторгнет договор. И тем, кто не собирался это делать, тоже. Но всех под одну гребенку. Всех под одну гребенку. Все виноваты. Абсолютно. Но здесь сразу же, чтобы не забегать вперед, наверное, скажем о том, что надо смотреть договора или договоры, или смотреть, что в договоре написано. И есть ли он вообще? Да. И надо смотреть, если там ничего не написано. Если просто присвоено какое-то определенное место к определенной квартире с каким-то соглашением между всеми, да, на 30 лет, то пользователями парковочного места. То в чем вопрос? Кому хочу, тому сдаю. Это такая небольшая парковка, да, 13 мест. Ну, как я понимаю, да. С одной стороны, но почему нет? Почему не Петя с ближайшего дома? Или не Вася там, допустим, это в Ласноме, а там Сызьме. Вася будет приезжать парковаться и на автобусе туда ехать. На автобусе домой ехать, почему бы и нет. Ну, как раньше в гараже что ездили. Номер 13. Да. В договоре о запрете на сдачу в аренду не сказано, значит, ну вот, есть договор, да. Распространила среди жильцов дома ложную информацию, что места принадлежат всем квартирособственникам, КТ, и машины можно ставить на любое свободное место, провоцировав между жильцами конфликт. Нехорошая женщина. Угу. Правомочили ли действия председателя? Ну, из моей реплики секунду назад можно сказать, что вряд ли она правомочна эти действия. Если есть договоры, если есть определенные договоренности, которые закреплены в договоре, то просто так словом председателя, конечно, это договорные отношения не меняются. Абсолютно. Тем более непонятно кого. Председатель, не председатель, член правления в одном лице. Может, там 5 членов правления? Может. Никто не знает. Как защитить взятые в субаренду на 30 лет парковочные места? Ведь деньги заплатили только 13 квартир, а не все 72. Большой дом. Большой дом, да. Спасибо. Пожалуйста. Что мы можем сказать? Можно на нее подать в суд.
за распространение ложной информации. Нет, как защитить взятые в субаренду на 30 лет парковочные места? То те, кто пользуется, продолжать ими пользоваться. Вот все, да. Из них всего 13, а квартир 72, то, естественно, иным способом. Ну, один вариант — поставить заграждение из цепочек на каждое свое место. И председателя сменить. Да. За ложную информацию. Нет, на самом деле, действительно, нужно посмотреть, как регулируются эти взаимоотношения, да, и права пользования этим парковочным местом, и оттуда уже исходить, как и почему, и зачем эта такая злостная женщина распространяет информацию, и люди выходят на лестничные площадки и начинают конфликтовать. Да, драться. Драться, да. Ругаться. Вообще, предлагаю этого человека переизбрать. Вы СМИ отправить злостными. Да. Другое квартирное товарищество, да. Пусть в другом месте создает конфликт интересов, конфликты, да, между жильцами. От того, что все жители имеют право на это места, нет, я думаю, не имеют, потому что общим собранием было принято сдать их в субаренду. Да, совершенно верно. Поэтому вот смотрите свой договор, изучайте свои права и обязанности. И предъявляйте соответствующие претензии нарушителям. Да, если кто-то его нарушает, ваш договор правления, да, вы, то можете... Если вы тем более знаете, что это ваш сосед из соседнего подъезда занял ваше законное парковочное место, вот к нему обращайтесь с этой претензией, что подтвердите документально, что у него нет права использовать это место. Можно какую-нибудь записочку сначала под дворники положить, потом уже просто подкараулить камешек, около машины, ждать. Потом камешек под колесико. Да, такой с иголочкой. Нет, ну что вы. Просто, чтобы машина не укатилась, камешек укладываете под камешек. Камешек, да? Да, ну чтобы она не укатилась, то вдруг забыл наручник поставить там или укатится кому-нибудь еще. На другое парковочное место. Да, да, вот сделает перекати плохое. Перекати поле, да. Да, вот никто не знает, поэтому это дело такого склада, что... Лучше там спокойно договориться. Да, точно. Да. Следующий вопрос. Жители нашего дома возмущены. В квартирах холодно. Это плохо. По углам ползет плесень. Это еще хуже. Правление годами ничего не делает. Не топит, не ремонтирует, не отслеживает плесень. Суммы в ремонт собираются приличные, и накопления уже позволяют приводить дом в порядок. То есть дом не в порядке. Вывод. Однако никаких работ по ремонту дома нет. И? Телезритель спит в шапке. Неудобно. И он считает, что это ненормально. В какой-то мере, да. Ну да, если это вы не спите в палатке, там на улице, то вполне возможно, что спать в шапке в квартире — это немножко... Хотя в старые времена и такое бывало, почему нет? Мы живем в современном мире, где собираются деньги на ремонт дома. Да. Дом просто разваливается, как я понимаю. Мы удивлены, почему ничего не делается. Ну, потому что правление... Надо задать вопрос правлению, почему ничего не делается. Однако правление кивает на управляющую. Одну женщину, она управляющая. А управляющая говорит, что они просто сейчас копят деньги, потому что хотят обойтись без кредита. Тоже вариант. Управляющая копит деньги. Да, потому что хочет без кредита купить себе квартиру. Квартиру. Или как? И спать без шапки. Да, в каких случаях должны проводить работы, а в каких нет? И кто ответит за испорченные плесенью здоровье вещи? Дорогой наш телезритель, скажем так, у вас есть дом. У вас есть правление, у вас есть управляющая компания или управляющая от какой-то компании, да? Угу. Что у нас получается на этот день? Надо поменять правление, которое поменяет управляющую компанию, или надо переизбрать управляющую? Конечно. Через общее собрание, да. Не пассивно спать в шапке, а в принципе брать власть в свои руки
и использовать накопленные средства. Если это, их не хватает, добирать кредитами, это достаточно распространенная информация, но жить в нормальных человеческих условиях в современном мире это спать в шапке немножко абсурд. Много. Хотя, может быть, и удобно. Тогда без подушечки. Можно, да, мягко. Теплая шапочка мягенькая такая. Раз, лег и спишь. А может, тюбетейчик и пар изо рта. Да, и пар изо рта. Поэтому мы, честно говоря, мало поможем вам в этой ситуации. Мы тут бессильны, только можем дать совет. Очень сложно ответить на вопрос, в каких случаях должны проводить работы и в каких нет. Работы проводятся в тех случаях, в которых они требуются. Необходимо, но если действительно уже плесень, которая ужасно опасна для здоровья человека. И... Тем более ее правление-то не отслеживает плесень, как мы видим. Да. Плесень беспредельщица. Да, предлагаю ее уволить. Ползает, где хочет. Да, поэтому в любом случае это уже сигнал для того, чтобы начать заниматься. Значит, дом сырой, холодный и не топится. Всегда можно поднять отопление. То есть какой-то контур отопления увеличить или еще что-то нет, такое. Нет, я знаю, вот у меня на личной практике такое было, что когда дом вот до того, как обшивали, действительно было ужасно холодно и маленькая температура низкая. И, в принципе, кто-то, кому тепло в середине дома, они против этого, а по бокам все мерзнут. И вот пока не нашли какой-то вариант развития событий, вот такой действительно был тоже казус. Тоже в шапке. С холодом. Ну, не в шапке, конечно, но... Но такое, в пальтишке. Очень такой плотной домашней одежде. В пальтишке. Некомфортно, да, в такой находиться, зато молод, красив, и здоровье сохраняется. Ну да, недаром говорят, криокамеры и так далее. С другой стороны, в холодильнике это хорошо жить, как бы метаболизм замедляется, да. За счет этого замедляется старение клеток, моложе выглядим и так далее. Ну, плесень убивает. Надо теплую покупать. А зачем? Еще. Нет, нельзя одежду теплую покупать. Нельзя, да. Нет, тогда будет тепло. Угу. Тогда не будет замедляться метаболизм. Ну вот если бы еще второй аспект, беспредельная плесень. Ну да. Но ее надо уничтожать. Выжигать. Угу. В космосе. Да, космические излучения, ультрафиолет и так далее. Программу поддерживает Best Credit Union. Сфера жизни под контролем не так уж и сложно. Best Credit. Бизнес-кредиты на все случаи жизни. Следующий вопрос. Мы работаем 5 дней в неделю. И так как денег немного, то делаем ремонт сами по выходным. Правление товарищества хочет запретить проведение любых ремонтных работ в любой квартире на выходных. Независимо от времени суток. Ссылаются на то, что эти работы шумные, и соседи жалуются. Это про модерна вообще? Вообще нет. Вообще нет. Закройте глаза, уши и сверлите. Или это самоуправство? Никто не может запретить мне днем в моей квартире делать то, что я хочу. В том числе может, ремонт. Может запретить. Если вы проводите в своей квартире взрывные работы... Взрывные работы, да. Немножко ограничены законодательством в этом смысле. Или если вы в своей работе проводите работы такие, где пытаетесь выкопать в полу четвертого этажа... Люстру соседа. Люстру соседа, да. То есть пробуриться к нему насквозь. Нет, на самом деле, да, это опасные действия. Но если говорить о ремонте, когда другие делают ремонт, это мне не нравится, когда я его делаю, это очень даже неплохо. Потом все чистенькое, новенькое. Конечно. А другие пусть терпят. Да. И, скажем так. Гуляйте на улице побольше днем, выходные, проводите время на воздухе. Дорогой наш телезритель, ваше КТ пытается заниматься самоуправством,
не имея на это никакого законного основания, и все решения, которые идут вразрез закону, они изначально ничтожны. Никак они не могут вас принудить выключить дрель. Да. Дрелите спокойно. Да. Или сверлите спокойно, тогда, когда надо, кроме часов, когда предназначено этот как для там, покоя, да. Для покоя. То есть у нас есть рагвак, рагу, так называемый. Он с 23 до 7 утра или там с 24 до 8 утра в определенной, или до 6 утра. Ну, по-моему, сейчас с 23 до 6, да, средний. Там есть какие-то выходные, исключения на выходных, да, немножко там больше. С нуля до 7. До 7, да. Да. Угу. Вот в эти периоды как-то не надо. Дайте людям поспать. Угу. И сами поспите. И сами поспите, да. Живу в районе Кристине, в тихом квартале. Этот шум. Да, с преимущественной застройкой редкими домами. Вы счастливый человек, кто там живет. Но в последнее время участились случаи, особенно после выпадения обильного снега, когда уборочная фирма начинает уборку снега в 5 часов утра, что нарушает сон и покой. Стыдоба. Можно спать понять. Не дают. А разве можно в столь раннее время проводить шумные работы? Дело в том, что устное обращение фирмы не дало результата. Как работали, так и продолжают. Как можно на них воздействовать? Дорогой наш телезритель, я спрошу по-другому. Если вы вынуждены выезжать в 6 утра на работу, вы хотите, чтобы дороги были убраны или как? Или в 5. Или в 5. Или поедете через сугробы. Ну, это все-таки такой относительный шум, не дрель. Это не дрель, да, никто вам не сверлит, как говорится, да, в 5 утра. Я думаю, если отвечать совсем уж дотошности на этот вопрос, то здесь надо обратиться, посмотреть, когда какой шум запрещен, насколько этот шум распространяется в квартире, насколько он сильный, сколько децибел, надо делать замеры, тогда можно сделать письмо в горуправу, а точнее Линаутовалицус, которые заказывают эти работы, потому что они заказчики работ, и они представляют фирме время, когда они должны убирать, к какому времени должны убраны быть дороги. Но на самом деле, насколько я знаю, все-таки такого рода работы как раз-таки и проводятся именно в такое время, утром, пока нету ни машин, ни пешеходов, потому что это более продуктивно, ну, более не мешает активному движению, не утреннему, да, какой бы этот день ни был, недели. Поэтому, в принципе, да, как Август сказал, есть какие-то, естественно, и пределы, но, как правило, обычно всегда такие работы так рано и проводятся. Даже наши дворники, которые просто обычные люди без машин, обычно всегда просыпаешься с утра, когда что-то как будто скребут. Вот они лопатами тоже скребут наши эти дорожки, по которым мы ходим, это тоже обычно, ну, достаточно рано, во всяком случае, вот у нас в доме. В 6 утра. Обычно, да, но дворники что, обычно в 5-6 потому приходят что, иначе, на работу. Если этого не делать, люди будут потом жаловаться, ой-ой-ой, пошел по сугробам, подскользнулся, почему не посыпали упал, песочек. Упал, проснулся, гипс. Да, проснулся, упал, поспал, проснулся, гипс. Вот, поэтому тут дело такое, да. Попросите действительно их, во-первых, письменно обратитесь к ним и вот пригрозите. Даже не к ним. Во-первых, это да. Надо делать заявление, во-первых, в полицию, во-вторых, в горуправу. Или полицию? В полицию. Из своего опыта скажу. Тоже подавал. Из таких шумных работ в свое время самыми шумными работами были работы по укладке железнодорожного полотна, то есть его меняли, железнодорожное полотно меняли, и эта смена железнодорожного полотна происходила ночью, и когда она проходила в пределах города, да, то там, представляете, там работает специальный тепловоз, который трамбует щебенку,
он ее выгребает, трамбует, и какой звук. И тогда даже пришли к тому, что в домах были сделаны замеры, обращение было в полицию сделано, в домах делали замеры. А в полицию на каком основании? Потому что нарушение общественного покоя. А, точно. Сделали замеры, замеры в домах, и замеры в домах были в пределах допустимых норм. То есть снег отдыхает тут, не щебенка. Пару раз было вне норм, из-за чего были работы на какой-то момент прекращены, они были по-другому сделаны, потому что там еще была связана, там совсем близко стоял дом, рядом с полотном, и там в нем замеряли, и там это место как-то по-другому переделали. Но как только эта работа отошла там на 200-300 метров, это здание было полотна, где это делалось, там уже замеры были совсем другие, и они оказались в пределах ночных норм, как говорится, в децибелах. Ясно. И это из моей практики. Это было 100 лет назад, пусть будет, да, но из моей практики это было, и это было в пределах нормы. В любом случае, это применимо также к этой ситуации. Абсолютно. На сегодняшний день оно применимо. То есть начинаем с того, что мы... И там почему на это начали реагировать? Потому что было очень много заявлений в полицию. То есть в полицию должны быть заявления, были заявления в горуправу, а у них было разрешение от горуправы на проведение этих работ. Следующий вопрос. В каком случае работодатель имеет право снизить зарплату? Без договоренности с сотрудником. В случае увольнения. Вообще до нуля. До нуля. До нуля сразу. Я снижаю зарплату сегодня до нуля. Завтра посмотрим. Сегодня работаете бесплатно. Да. Ну, и когда же? Но в этом смысле трудовое право у нас содержит определенные пункты, определенные статьи, которые гласят о том, что работодатель, предупредив за две недели, за 14 дней, до данного действия, то есть до уменьшения заработной платы, временного уменьшения заработной платы на какой-то период в связи, связанной с... С экономическими трудностями. Резко возникшими экономическими трудностями. Ну, это с ковидом было применимо. Ну, временно, исключительно. Да. На определенный уровень, до минимума, допустим, да. И не меньше минимума. Не меньше минимума, да. То есть максимум это до минимума. И опять же, он сообщает об этом за две недели сотруднику. Да. То есть здесь... По сути, нет договоренности, но здесь есть такой акт волеизъявления, да. Односторонний. Односторонний, с которым сотрудник может согласиться или не согласиться. И, насколько я помню, это делается. Если он не соглашается, то его сокращают, выплачивают ему сокращение все в районе пособия. Да, за месяц, и он может спокойно идти и устраиваться на этот, биржу труда. И, насколько я помню, снижение такое может быть не более чем на 3 или 4 месяца. Вот я не помню в данный момент точно, отвечу, но это насколько-то на 3 или 4 месяца и не более. То есть нельзя это на какой-то неопределенный срок. То есть это все-таки такое, назовем, форс-мажорное стечение обстоятельств работодателя, который вот действительно как COVID был, да, у нас, и резко. Все, упали обороты, и вот хотите, подождите немного, и потом она должна обязательно восстановиться, но если нет согласия на это, работник имеет на это полное право, то тогда его сокращают, да, с соответствующими всеми выплатами и возможностями, да, как Август сказал, встать на биржу труда, кассу по безработице. У нас последний вопрос, мы просто больше не успеем. Увольнение в случае отказа от вакцины, от вакцинирования, это законно или нет? Полемики много по этим вопросам, в принципе, эта полемика проходит. У меня есть свое личное мнение по этому вопросу. Я считаю, что это довольно-таки законно с точки зрения, если мы исходим с точки зрения, во-первых, с точки зрения того, кем вы работаете, в каком месте вы работаете, и насколько вакцинация или невакцинация от такой вещи, как ковид, но мы здесь имеем в виду только вакцинация от ковида.
Да, не от гриппа. Не от гриппа. И... не от чего-то другого. То есть от ковида. Именно вот с этим здесь возникают такие вопросы. Насколько это законно, что работодатель может сказать, что я вас уволю, если вы не, если вы не пройдете вакцинацию. Здесь вопрос, кем вы работаете. Если вы медицинский работник или работник, допустим, того же холда коду, да, где ваш отказ от вакцинации может привести к смерти других людей. То есть вы не провакцинированы, вышли на работу, у вас ковид, у вас еще нет симптомов, но они появятся через 2-3 дня, и вы престарелым людям, особенно в доме престарелых, передаете это. Вы можете своими действиями повлечь смерть других людей. Поэтому в данном случае требование вакцинации, я считаю, такой что... философский, да, вопрос, на него можно очень долго дискутировать о нем, да, поэтому но, вот, опять у каждого же, свое мнение. Ну, это не может каждого... быть так, что вот иди вакцинируйся и все. Это все-таки должен быть или приказ по всему предприятию, конечно, именно уведомить всех о том, что мы собираемся проводить полное вакцинирование всех в связи с этим. Кто не согласен с этим, имеет право на сокращение, опять же. Например, например, такой вариант, да. Допустим, есть такие варианты, опять же, вакцина может вызвать аллергическую реакцию. У людей есть на определенные вещи от вакцины, могут, ну, на определенные тоже составляющие, может нанести вред здоровью. Что может нанести вред здоровью этому человеку, который будет вакцинирован. То есть тогда он должен представить справку, что от врача, что он не имеет возможности по здоровью, быть вакцинированный вот этой вакциной. Потому что вакцин на сегодняшний день, если мы смотрим прессу, да, до 150 штук уже придумано. Только, по-моему, 6 или 8 прошли первичную апруф, так сказать. А следующий апруф будет на тех, кому нельзя отказаться. Да, да. И даже те же медицинские работники, они, увы, вынуждены быть вакцинироваться, потому что, во-первых, они могут быть разносчиками, они могут сами заболеть, разнести, они сами могут заболеть и умереть, что нанесет намного больше вреда, чем если бы этот работник работал бы. С другой стороны, если он заболеет и разнесет этот, как говорится, вирус, ну, сколько у нас случаев того, что работники там холда готу или работники медицинского учреждения заболели, после этого выявлено 25 заболевших еще. Сразу. Сколько из них умерло, мы не знаем. Понятно, что не всегда сам ковид является основанием, ну вот этим, как говорится, смертью, но побочно он хоть как может на это повлиять. То есть мы это знаем, что он влияет. Да. В общем, это такая вечная тема, объемная. О ней можно было говорить всю передачу. Но о ней вообще можно говорить. Если собрать, как говорится, юристов, адвокатов, правоведов, даже профессоров юриспруденции, взять сюда философов, медиков и так далее, то мы можем... Вопрос на конечной стадии станет того. Вакцинация и нанесение ущерба. Да. Что к чему? Поэтому насколько законно, законно оно в том случае, если оно прописано в договоре, и договора, рабочие договора изменены. То есть мы говорим о том, что рабочий договор в этой части должен быть изменен в таком виде, что мы не принимаем на работу человека, или у нас не имеет права работать человек, который не вакцинирован, да, против таких болезней, правильно? Правильно. Если это изменение в договор внесено, а оно двухстороннее. Ну или на законодательном уровне. Или на законодательном уровне, актом, да, там постановлением или еще чем-нибудь, да. А если нет, то тогда нет. А если нет, тогда нет. Ну тогда и есть, тогда и возникает ситуация того, что работодатель имеет право это внести на уровень изменения рабочего договора. Рабочий договор может изменен только быть в двухстороннем порядке. Если вторая сторона с этим изменением рабочего договора не согласна, да, то она имеет право на сокращение. Да. Вот и все. Дорогие наши телезрители,
На вакцинной ноте. На ноте законности, незаконности вакцинации. Мы заканчиваем передачу. Народ должен знать. Юлия Ваганова, Август Кера и телеканал Арсент прощается с вами. До следующих встреч. Программу поддерживает Best Credit Union. Kontode kontrolli all hoidmine ei olegi nii raske. Best Credit. Ärilaenud igaks elujuhtumiks.